Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. В первые дни после новолуния сделайте легкую практику. Проложите денежную дорожку. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Первые дни лунного цикла после новолуния – энергетически мощное время. Более важны первые дни. Ведь все задуманное, запланированное на это сбывается практически без усилий со стороны человека. Вторые и третьи сутки молодой луны также несут сильные энергии, поэтому на них происходит закладка основы на предстоящий лунный месяц. Если в это время вы видите, что ваши денежные дела не в лучшем состоянии, есть долги, займы, и деньги приходят тяжелым трудом и в малом количестве, не упустите возможность изменить это. В первые дни нового цикла, пока луна только набирает свою силу, сделайте следующую практику. Откройте свой кошелек, копилку и отчитайте 27 монет. Желательно брать одинаковые монеты, но не всегда это возможно, поэтому берем какие есть. Дождитесь вечера. Далее выложите дорожку монет на окне, на подоконнике. После чего подойдите к окну и скажите такие слова. Денежную дорожку проложу, к большим деньгам выхожу. Луна мне путь освещает, возможности легких заработков ко мне привлекает. Хочу, чтобы деньги легко давались, накопления мои, как луна в небе, с тройной силой разрастались. Истина. Вы должны проговорить так 3 раза. Оставьте такую дорожку ровно до утра. На следующий день эти монетки нужно собрать и обязательно на них купить хлеба на всю семью. Все, нужно сделать так, чтобы у вас не осталось ни одной монеты. Остатки хлеба не выбрасывайте. Если он остался, отдайте обязательно птицам. В скором времени вы увидите, как у вас улучшается денежная сфера.